Всем привет, друзья, с вами Ченджер. Мы смотрим на больших человекоподобных роботов и дронов. Нет, не дронов, ботов. А это значит, что это колда Infinite Warfare. Чувак, ты, блядь, меня двигаешь, ты в курсе? И, собственно, продолжаем наше задание по захвату Марса. Садимся. Давай, Бокс, красавчик. Чтобы не светиться на радарах. Есть, сэр. Вот приберегла для вас. Молодец. Етида. У нас их мало, но я знала, с что Африки, вы вернетесь. Видимо, имя. Спасибо, такое Етида. Африканское. Бокс, Итан, красавчик мой. Погнали. Дамы и господа, мы здесь не ради победы. Наш долг — не допустить поражения тех, за кого мы сражаемся. Миллиарды людей дома даже не знают о нашей работе. Но они узнают о ее результатах. Удачи вам всем! Ура! Наша главная цель — проникнуть на орбитальную платформу. Подлететь прямо к верфи нам не даст активная система перехвата, поэтому пойдем по земле. Ну давай. Пока эйтоновские боты отвлекают противника, наши вороны сядут у периметра платформы. Там есть три зенитки. Их надо уничтожить, чтобы наша авиация смогла нас поддержать. Для их ликвидации можно использовать средства, захваченные на Олимпе. Ну красиво, чё? Подключитесь к дрону, чтобы указывать цели. Зажгите как следует. Зажгем. Принято, Итан. Ох, Итан, Итан. Когда зенитки будут уничтожены, мы прорываемся на объект и поднимаемся к верфи. Он прям красавчик, да? Итан. Не удивлюсь, если потом они выпустят серию Call of Duty про Итана, как было с Гостом, который тоже многим понравился. И потом... Внимание, на площадке опасно. Ох. Рейдер Браво 1, идите к точке входа с запада. Ну чё, всем понеслась. К высадке. Вперед, ёпта. К бою! Давай, 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 давай. И бежим, бежим, тихо, 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 пацаны, хорош. Есть. Давайте посмотрим хакерский инструмент, подожди. Есть? Есть там боты, нет? Нету. Ладно. Где, 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 где? А вон, блядь, и боты, тихо, тихо. Блядь, ушел, вот мудак, а. Давай. Понял. Сейчас сделаем. Подожди, да, я повеселюсь. Пацаны, вы уже приехали. Такси кто заказал? Давай, бот. Обними меня, друг. Давай. Давай, все, зенитка пошла. Пошла нахер, тварь. Херач обе. Ха, красавчики. Все, нет. Ясно, командир. Да. Группа поддержки Эхо на подходе. Они помогут попасть внутрь. Эхо на точке у ворот. Что-то у меня по оружке все нормально. Отлично. Работает. Банши нет, спасибо. Давай. Ворота открыты, вперед. Как меня хорошо встретили. Блять, и этот падла тут. Ёб твою, он жарит-то прям отлично. Давай еще раз. Готов, отлично. Десантные капсулы на подходе. Подожди. Ракетный удар не готов. Так, 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 вот. Давай. Чувак, не беги через меня. Вокруг пробеги просто. Где вы, где вы, где вы? Это свои... Вот так давай, пацаны. Зажигаем. Давай наверх. Давай вот так сделаем. В чем проблема? Еще, блядь, не готов, твою мать.
Да умри ты. Все, нет. Давай, перезаряжаем. Ёб твою, пацаны, вы чё бросили-то меня? Я чуть было не погиб. Давай, патрончиков. Херач. А, небось, никого не забьет, да? Потому что они внутри... Так, кто? Кто посмел? Блять, ты чё подошел с такой базукой, блять, ко мне? Ты о чем? Отлично. Браво! Выдвигайтесь ко мне! СДФ на входе! Уничтожите! С подкреплением на подходе! О, блядь, печаль. Смотри. Тихо. Давайте вот... Ёб твою мать! Кто? Кто подорвал меня? Это кто-то шмальнул с этой базуки. Берем робота. Отлично, готов. Ладно, это мы быстро, это так получилось, по сути, случайно, что они нас убили. Чуваки, ну спускайтесь, я жду. Давай. Я прям, блядь, побегу в тыл. Да хорош. Ладно, хер с ним. Хотел, думал, всех убить сразу. Ты, блядь, слишком маленький для такой пушки. Есть. Дальше. Вижу. Оу, блядь, тихо. Иди нахер, мудак. Тихо. Давай. Понял. На подходе свои. Давай вот так. Есть. Ну чё, пацаны? А, это, блядь, снайпер был сраный. Давай вот этого. Но ему-то, конечно, насрать. Давай так еще. Добьем прям кучей. Надо вот, блять, но он, они внутри, поэтому похер будет, ладно. Все, ты готов? Отлично. А нет, смотри, красиво вышло-то. Прям шикарно. Так. Все, у меня нормально, патроны есть тут, нет? Хорошо, подожди, что тут у нас осколочные пополним, да? Боезапас. Давай, Крок. Рад. Погнали. С вами, сэр. Я тоже рад, что ты с нами. Ты наш самый лучший пилот. Красавчик просто. Ёб твою мать. Блять. Ну ё-моё, Крок. Ну, блять, ну пиздец. Ну как так-то? Черт. Все, пизда, короче, вам. Вы, блядь, убили моего пилота. А, как так-то? Не должно же такого быть. Ща устроим, еще не готово, тихо. Кто, блядь? А, Итан, ну ты вообще жестокий чел. Блядь, подожди, готовится удар еще, готовится. Да, блядь, кто? Давайте приляжем. Ебать! Ты, блядь, чё такой... Я понял, кто, блядь, виноват. Давай, заряжай быстрее. Так, хорошо. Давай, осталось чуть-чуть, пацаны, братва. Да умри ты, блядь, мудила. Готово, давай. Тут цели указаний.
Давай вот так вот, заодно ёбнем того здоровяка. А, красавчик. Ты, блядь, куда прилетел-то, а? Отлично, командир. Все, нет? Нет, туда я явно не допрыгну. Пойдем по стене. Пойдем по стене. Хорош, блядь. Щит оставьте себе. Главный вход заблокирован. Сюда, за мной. Ну, давай. Я даже не буду их добивать. Пусть, блядь, умирают в огне. Будем жестокими, как они. Ну чё? Ха! Блядь, хорош, он на меня побежал. Ёб твою мать, я поздно заметил гранату, ладно. Да умри ты, блядь, пидор. Вижу. Есть. Сука, блядь, снайпер. Был. Меня всегда смущало вот эти вот военные обозначения целей на 9 часов. Там, блядь. Я имею в виду это. Как считается реально? Пацаны, это вам. Ха, мудаки. Готов. Все, нет. Давай наверх. Давай шмальнем, что ли. Вот, да-да-да, этих надо вот так вот. Пацаны, извиняйте, если кто из наших... А, отлично. Отлично. Патрончики. Слушай, вот этот ствол тоже хороший, мне нравится. Пулемет. В атаку! Эскадрилья, требуется огневая поддержка. Нужно ударить по зениткам. Трупачки прилетели. Внимание! Зенитки не уничтожены! Блять, ну ладно, где? А, вот он. Вижу! Расчетные 5 секунд! На 11 часов! Давай вот так, ногу ему. Будьте осторожны! Все, один готов. Левая нога. Блять, надо перезарядить. Тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас все будет, сейчас все будет. Уничтожить огневую точку любой ценой. Перезаряжаем. 2-5 пустой, ничего не осталось, сэр. 2-5, нужно ударить по этой позиции, без вариантов. Давай, так. Принято, командир, я протаранил огневую точку. Да хорош, попади, блядь. Твою мать. Где еще? А, все, готов, отлично. Кто по мне стрелял-то? Зенитные орудия уничтожены. Мы выходим. А, это вот ты, вы, блядь, пидоры. Ладно. Ух, хорошо идет, смотри-ка. У меня все еще базука, блядь, да, Спартан. А, я... Хорошо, пацаны, извините, я затупил. Быстрей! Давай, быстрей! Давай, давай. Так, стоп! Гриф, за командира! Мы с морпехами будем здесь, чтобы выиграть время. Нет, идите с капитаном, я останусь. Ну, короче, ну, слушай, Грифа мы тоже не увидим, да? Идем блять, дальше. Ладно. Обожаю перестрелки. Вы трое, останьтесь. Ох, Грифа. Печаль. Задайте им жару. Давай, Гриф. Вот мой сюда, прикройте. Ты на ту сторону. Ладно, чуваки. Ты завариваешь прям, красавчик. Дайте мне проверить запись на всякий случай.
Ну что ж, все в порядке, так что херачим дальше. Погнали, чуваки, я здесь, здесь, здесь. Делаем. Ой, это мы теперь наверх, короче, поднимаемся. Давай, давай, лифт. Держитесь, сэр. Ты тоже, Мичман. Ой, бля, и сейчас его убьют, да? Покажи им класс, Гриф. Пробьем как миленьких, сэр. Ой, бля. Ну все, короче, пизда, Гриф. Ой, твою мать. Да. Итан, красиво все равно. Есть, передаю. Это судно СДФ в сухом доке. Их строят, чинят или загружают. Можешь найти там пригодный корабль? Да, мэм, обнаружил один с прыжковым двигателем. Отлично, нам подойдет. Каков план атаки, когда доберемся наверх? Кто его поведет-то без крока? Он прав, лифт — единственный выход на поверхность. Они нас точно отслеживают. Ну, то есть, короче, сейчас будет мясо. Ну, давайте. Могу запустить экстренную блокировку еще до вершины. Мы выйдем наружу, Хрант, и наш плит. Клин клином. Как все зачистим, поедем наверх. Принято. Солт, Мак, вы со мной. Брукс, Итан, если мы не справимся, отправляйтесь наверх и надерите всем с задницу. Уж Итан, они надерут. Понял вас, капитан. Встретимся наверху. Удачи, сэр. Держитесь тут. Принято. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, хотел бы я прокатиться на таком орбитальном лифте. Сколько, интересно, длится это путешествие? Или какие же там перегрузки, если это быстро? Ну чё, погнали, 140. Нормально, патрончики на максимум. Блять, давай хотя бы пополним этот боезапас просто. А, твою мать, дайте мне то нормальное оружие, чуваки. У нас гости. Где? Вперед, Рейс. А чё я-то? Я, блядь, капитан. Идите нам нахер. Нужно сохранить элемент неожиданности. Да? Давай вот это возьмем. Да, блядь. Сука. Верните мне трубу, я буду, блядь, трубой всех мудохать. Правое скопление. Да ну, блядь, как я атаковать их должен, если у меня нет оружия с глушителем? Где? Все, нет? Ну и нормально. Че ты тогда переживаешь-то? Где было? Давай вот это. Это винтовочка хотя бы, да, и патрончиков до хера. Ну давай, открываем. Будьте начеку. Давай. Вот это нормально, это же оружка. Давайте с ним походим пока. С ним. Так. Ёб твою мать, а я хотел сказать, а сюда можно пройти? Значит, даже дают им жару там внизу. А, это, собственно... Давайте отключим. Че вы тупите-то? Можно отключить, нет? Посмотрим, можем ли мы им помочь, отключив пусковые установки. Давай, 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 конечно. Должны. Заложить, да, вот так вот. Солт, у тебя есть заряд? Хорошо. На. Двери открываются. Ёб твою мать. Подождите, пока не рвануло. Капитан, прошу вас. Задание. Бля. Капитан, твою мать, мы так всех растеряем. Блять, ну как так-то? Затем, чтобы мы продолжали. Ой. Все еще рассчитывают на нас. Ну чё, теперь у нас нет выхода, надо побеждать. Солт, давай погнали. Давай разберёмся с западнёй. Погнали, Солт. Ёб твою мать, да. Ну как так-то? Так, так, так. Солт, ты-то, надеюсь, так не будешь делать? А то с кем мне дружить-то потом после войны? Ну чё? Пошли. Тут все чисто.
Я надеюсь. Впереди враги. Тише. Что здесь? Хакерские заряды. Давай, надо пополнить. Ищейки максимальные. Шоковые. Пацаны. У-у-у-у-у-у-у. Тихо, тихо, тихо. Все, чисто. Нет? А получилось-то неплохо. Это что? Понял. Что я использовал? Все, блядь, по максимуму, нихера нет. Ладно. Можно было, конечно, в принципе, ботов взломать и просто перехерачить их взрывом, но, в принципе, очень хорошо. Так. Где Стармир? Она погибла. Да, вот. Надо идти. Чисто. Чисто. Который корабль, Итан? Вон тот. Это эсминец. Полностью нагруженный. Используем? Чтобы пробиться? Нет. Чтобы зачистить все. Корабль не будет стрелять. Оружейная система отключена. Забудь про оружие. Мы просто стартуем, прыгнем и смоемся. Боц, как нам активировать орудие? В системе наведения, сэр. Где эта система? В штабе, мэм. На челноке вон туда. Кто это сделает? Ну, ясно, кто. Да. Ты не сможешь вернуться. Они откроют огонь, если мы будем ждать. Не надо ждать. Капитан? Как вы вернетесь? Никто не вернется. Ты сядешь на корабль и уничтожишь это место, Солт. Сделай, что сможешь, прежде чем СДФ собьет тебя. Я сделаю все. Взорву ЕФ и выберусь оттуда. Ты не успеешь. Посмотрим. Можешь делать все, что угодно, но задание выполни. Блять, ну, это грусть просто начинается. Это, ну, нужна ладно, хоть кто-нибудь. Итан-то пусть выживет. Пробиваться. Челнок, Брокс, займись им. Итан, за мной. Ёб твою мать, Итан. Капитану будет нужна моя помощь добраться до штаба. Давай, Итан, со мной хотя бы пойдешь. Ты знал, что мы здесь подохнем? А то. Нет. А вот маг, да. Что ж, значит, встретимся в аду. А то. Ладно, господа, вперед! Да. Удачи. Как-то не весело прямо. Ну чё? Контрольная точка. Принято, Итан. Ты где хоть? А, красавец. А позиции противника? Их я тоже вижу, сэр. Рейс, это самоубийство. А я отдал тебе приказ, Солт. Капитан не всегда может всех спасти. Не всегда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну чё, веселимся? Выходите здесь, сэр. Вроде никого нет. Принято. В какую сторону ты где? Вот сюда, это конечно. Должно быть полно всего. Последний рывок, да? К сожалению, сэр. Шоковые, наверное, нет. Все готово. Боезапас. Куда теперь? Да. Коридор в носовой части. Здесь принято. Что? Хакерские заряды максимум. Ищейки максимум, блять. Короче, все. Плохие парни, впереди! Съебись. Готов. Есть. Так. Ух ты, блядь. Я прям выбежал, да, неудачно, неудачно, признаю. Победа важнее правды. Это такие поговорки, кстати, говорят много, а вот личности... Все готово. Куда теперь? Так. Коридор в носовой части. Принято. Да хорош. Блять, какие щиты у них прочные. Пацаны, это вам.
Есть. Убит? Нет. Давай дальше. Приближаюсь к эсминцу. Нужно разблокировать оружие и освободить корабль. Сейчас все будет, Солт. Тихо. Внимание! Вражеские воздушные корабли приближаются к вашему сектору. Принято. Вижу их. Конец связи. Капитан, вас поджидают у выхода. Классная новость. Пацаны. А есть ли там еще один? Нет, ладно. Ищеечка, иди убей. И ты тоже иди. Давай, вперед. Нормально. Укрыться негде! Я об этом позабочусь. Есть. Отлично. Красавчик, Итан. Так, дайте-ка мне проверить кое-что. Тогда все в порядке. Я просто проверяю запись, потому что, блять, ну херу знает. Тепловизор, так. Ёпта. Ты чё? Хорош. Да, блять, ты хорош ты, а. Так, что, взять шоковые ищейки, давайте подберем. А что там у меня по этому? Давайте заменим на шоковые, а то все равно их мало. И поставим их сразу, да. Отлично. Упс. Пацаны. А, прямо с первого раза убил. Вот это, блядь, я красавчик. Давай дальше. Что тут? Осколочные, нет, шоковые оставим. Принято. Погнали. Рейдер, мы на борту под обстрелом. Что у тебя? Нас серьезно прижали, поспешите. То же самое, тороплюсь как могу, задержи их. Ой-ой-ой, ёб твою мать. Не ожидали, мудаки. Итан просто спасает. Спаситель. Спасибо, напарник. Да. Почему тут невозможно стоять? Я получаю удовольствие, сэр. Я тоже. Фу. Так. Братва, тихо. Так. Здесь чисто, Итан. Отлично. Ну так. Ну погнали. Принято. Давай. Фу. Принято. Ничего такой арсенал. А туда не стоит. Мы несем потери. Блять. Это херовая новость. Ни херово там у них. Итан, противник на борту эсминца лейтенанта. Сэр, огневой пост прямо по курсу. Ясно. Давайте вот так. Тихо. Ты думал, я тебя не увидел? Хуй тебе. Ух. Откуда? Вижу. Блять, хорош! Как вы подобрались-то? Я не ожидал вообще. Твою мать, я думал, я так стал четко. А, это, блять, вот эти боты сраные. Я прям, блять, всех буду валить.
А, хорош. Блять, патроны. Ебать, колотить. А, все. Фу. Жестко. Тихо. Отлично, отлично. Терминал системы наведения должен быть на главной панели, сэр. Ну что, заканчиваем эту бучу. Ты разблокируешь захваты, я активирую систему наведения. Давай. Я могу разблокировать их и освободить корабль вручную, но один я не справлюсь. Я вернусь. Нет времени, излучение ядра может отключить мой процессор. Взломайте меня и берите управление на себя, сэр. Воспользуйтесь модулем взлома, я вижу, где вы, сэр. Это ладно. Печально. Готово. Немного странно. Странные ощущения, сэр. Что дальше? Давай. Идите вдоль труб. Каких труб? Сюда нет, блять. Итан, ты выносишь мне мозг. Трубы приведут в распределитель, да, сэр? Рэд, к нам приближаются эсминцы СДФ. Отцепляй нас, или мы... Блять, ебаный в рот. Здесь еще, оказывается. Сюда. Вытащим предохранители, перегрузим сеть, расплавим ролейники на шлюзах. Итан, зачем тебе я? Ядро обладает электромагнитными свойствами. От замыкания мой процессор может отключиться. Вы поможете мне перемещаться. Помогите мне попасть в распределительную, и я мигом устрою перегрузку. Ладно, давай, 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 давай. Более высокие температуры, сэр. Двигайтесь дальше. Дал ядро прямо по курсу. Погнали, Итан. Ну, то есть, он, короче, не выживет, да? Грустно это. Ну чё? На моем экране видны индукционные. Вытащите конденсатор, чтобы дестабилизировать реактор. Давай, 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 тянем, потянем. Давай, 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 Итан. Отлично. Дальше. Похоже, начинается перегрузка. Убираемся отсюда. Нет, сэр. Ядро еще держится. Чтобы начать реакцию, нужен заряд. Я сам уничтожен, сэр. Блять, взрыв нет. Взрыв воспламенения ядра. Взрыв запустит вторую реакцию и освободит корабль. Должен Итан, ну угодно. Хорош. Боюсь, другого пути нет. Понимаю, что вы колеблетесь. Бля, ну... Не волнуйтесь, я готов. Твою мать. Ёб твою мать. Было честью знать вас. Блять, ну вообще, такая грусть. Это честь для меня, Металл-1. Рэс, мы можем двигаться. Активируй систему наведения. Система наведения активирована. Управление на тебе. Поняла, беру управление. Цель отмечена. Огонь по моей позиции. Рэс, уходи оттуда. Стреляй по моей позиции, Солтер. Я не могу, Ник. Нора, выполни задание. Это приказ. Оружие к бою. Всем постам разрешается открыть огонь. Ух. Подожди, а мы сейчас еще попадем оба. Хватайся за что-нибудь. Ну, вот здесь есть. Ёптвой, тебя тут оглушит нахер. Упс. Ну вот и все, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот. Какой-то грустный конец. Если это конец. Так, верфь СДФ уничтожена. Выжившие 4, блять, задание выполнено, отлично.
Да. Офицер, осознавая серьезную опасность, и несмотря на огромные жертвы, спланировали и искусно провели атаку, с честью исполнив свой воинский долг. Командор Рейс и лейтенант Солтер были готовы пожертвовать своей жизнью жизнями экипажа, приняв ближний бой с превосходящими силами противника. В ходе операции было уничтожено значительное число кораблей противника и взорвана орбитальная верфь фронта обороны колонии. Наши офицеры совершили настоящий подвиг в лучших традициях космофлота. Мир павшим. Кашима, Гриффин, Хэмилтон, Холдер, Гибс, Рейс, Амар. Ох-ох-ох. Да. Давайте посмотрим, что, ну, я так понимаю, памяти Джейми Эгертона. Ну да. Ну что ж, это была колда. Я не знаю, можно ли зайти сюда и пройти еще дополнительные миссии. Не знаю, просто, по-моему, вроде осталась какая-то, потому что у меня не все достижения в Steam про дополнительные миссии. Но, как минимум, мне понравилось, да. Она такая, конечно, есть похожие моменты, как в старых частях Modern Warfare и прочее. Но я не знаю, либо отсылки, либо просто они копируют. Ну, в принципе, похер. На игру особо не повлиял, мне понравился. Сюжет довольно интересный, персонажи, да, особенно Итан. Итан, конечно, красавчик, жаль его. Да. Еще есть зомби-режим, который в этой части какой-то мега-крутой должен быть. И также мультиплеер, в который я буду играть. Не знаю, буду ли я выкладывать, но может быть иногда, если чем-то интересное появится тоже по сетке или в зомби. Зомбики, наверное, погоняем. Ну а так, собственно, хорошая игра. Мне понравилась, еще раз скажу. Ну давайте тогда. С вами был Ченджер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Увидимся в следующей серии. Пока!